Вітаю в прямому ефірі. Тема дня. Я Федір Бондар. Вчора, сьогодні жителі Миколаєва знову повідомляють у соціальних мережах на Фейсбуці про те, що отримують платіжки на оплату однієї та тієї ж послуги від двох підприємств: від ЖЕКа, старого, нової керуючої компанії. Зазвичай йдеться про місто для людей та старий ЖЕК, який обслуговував раніше ці території. Сьогодні в першу чергу про це поговоримо із нашим гостем Юрій Степанець, заступник Миколаївського міського голови. Вітаю вас. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 76-92-33. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, поспішайте. У нас часу не так багато, залишається вже менше 25 хвилин. Ну, в першу чергу, Юрій Борисович, як взагалі таке може трапитись, що за одну і ту саму послугу, якщо вірити цим миколаївцям і їх документам, їм пропонують заплатити двічі? К сожалению, у нас тяжело проходит этот переходный период. Естественно, что ряд ЖЭКов, территории которых зашел на обслуживание места для людей, это управляющая компания новая, продолжали еще оказывать услуги в сентябре. И в то же время место для людей также начало оказывать услуги на этих территориях. Мы пытались урегулировать данный вопрос путем нормальных переговоров. Мы собрали все ЖЭКи, которые обслуживали территорию Ингульского района, территорию Корабельного района и ЖЭК Бриз, который обслуживал у нас северные соляные территории, который зашел вместо компании ООО «Соляные». Вроде бы нашли понимание, что выставят счета компании только за те услуги, которые они оказали. Не нашли понимания. Единственное, это ЖКП «Пивдень». Это один из крупнейших ЖЭКов города Николаева, который обслуживал практически весь Ингульский район. И место для людей. Поэтому основная проблема к платежкам, именно к этим платежкам, потому что в платежках именно действительно задвоила сумма. Одну сумму выставил ЖКП «Пивдень» полностью за весь месяц, который он обслуживал территорию района своего. Вторую сумму выставила место для людей, управляющая компания. Мы сегодня проводили брифинг и объясняли людям, что не надо платить в две компании одновременно. Заплатите только одной компании по обслуживанию вашей территории. Хотят на выбор? Хотят на выбор, но я бы советовал заплатить той компании, которая должна рассчитаться за электроэнергию. На данный момент, в сентябре месяце, за электроэнергию должна рассчитаться компания ЖКП «Бриз». «Пивдень», прошу прощения. Ну, це не всього міста стосується. Да, да. Вроде бы понимание от управляющей компании «Место для людей» тоже есть, хотя они оказывали услуги на территории некоторых домов по данному району. Там, я думаю, мы найдем с ними общий язык, чтобы они отказались от своих платежей. Что касается других территорий, в платежках была сумма распределена. Часть суммы шла на старый ЖЭК за те услуги, которые он оказал. Часть суммы пошла на новую управляющую компанию, которая начала оказывать услуги. И там, где есть уже договора с Облэнерго с 1 сентября, то есть место для людей должно заплатить за обслуживание лифтов, лифтовикам, должна заплатить за электроэнергию, которая была потреблена на освещение мест общего пользования и на лифты те же самые. Там вроде бы понимание есть. К сожалению, допущено было ряд технических ошибок. Допустим, та же компания «Бриз» выставила счет за электроэнергию за сентябрь месяц, хотя уже договора были заключены с местом для людей. Угу. «Бриз» сейчас сделает перерасчет. И это точно техническая помилка? Это техническая ошибка, да, потому что «Бризу» выставили общий счет, у «Бриза» есть еще, понятно, ряд домов, это Заводского района, который они обслуживают. Угу. Они распределили эти платежи среди жителей, хотя это неправильно было. Сегодня был директор БИЗа, он признал, что да, это техническая ошибка, что он сейчас же в ГИРС, там, либо там следующая платежка, будут внесены изменения, где пересчитают, людям эти деньги вернут, либо учтут их в платежах и в будущем. Ну, конкретный приклад. Вот сегодня вранці Олег Деренюга, миколаївський журналіст, опублікував фото квитанції, яку отримали його батьки, з таким коментарем. Ось таку квитанцію за вересень вчора отримали мої батьки. Їм необхідно заплатити ЖЕКу «Корабель» 65 гривень за утримання будинку і ТОВ «Місто для людей Миколаїв» 223 гривні за управління будинком.
Там потім доволі багато коментарів з цього приводу писали про те, що управління і отримання – це не буквально одне і те ж саме. Але, наскільки я розумію, так само управління, воно включає утримання в тому числі. Тобто тут десь пересікаються такі послуги, багато там коментарів. В тому числі долучилася і миколаївська юристка Марина Сорока, з якою ми поспілкувалися телефоном, і ось її коментар. Послуга утримання будинку не предусматрює поточний ремонт. Управління будинку – це обов'язково поточний ремонт. І в неї входить плата за інформаційні послуги, які виконує українська компанія. Що зробило ЖКП «Корабель», якщо говорити про той пост, то вони нарахували, я так розумію, за 14 днів обслуговування, а лише ту послугу, яку вони давали, це утримання внутрішньодомінкових систем та прибирання прибудинкової території, можна так сказати. А утримання, управління будинку входить це повністю обслуговування, так обов'язково поточний ремонт. А опять-таки ми не розуміємо, виставили вони суму лише за ті 14 днів чи лише за цілий місяць. Тому треба для роз'яснення звернутися до економіста кожного підприємства, щоб вони дали пояснення, за який період і за які саме послуги вони нарахували дані тарифи. Ну, якщо ви знайомі із даною конкретною ситуацією, якщо ні, то ну, виглядає так, неначе просто люди вже звикли і одразу готові вірити в те, що з них хочуть просто подвійну плату, тому що це не вперше. Ну, я якраз от дану платюшку я спеціально сьогодні і изучив. І дійсно, ми в платюшці прекрасно бачимо, що ЖЕК начислив тільки за той період, який він обслуговував, тільки за ті услуги, які він наказав. То есть это уборка при домовой территории в основном и подготовка к отопительному сезону. Что касается... А вся сама послуга не входит в те, что має отримати місце для людей повністю утримання? Она должна войти, но место для людей, насколько, как мне объяснил директор компании, они не посчитали эту услугу, то, что оказал ЖЭК. Они посчитали только за тот период, когда они уже приступили к обслуживанию. И ну, давайте понимать, что такое... Те же текущие ремонты, да, вот у них входит в оплату такое понятие, как текущий ремонт. Мы же понимаем прекрасно, что текущий ремонт, это будет, намного больше будет сумма, там, допустим, сколько там жители соберут там, и оплатят за коммунальные услуги там, за месяц, там, за два, за три, там, за четыре. Это накопительная сумма там. То есть там какая-то там сидит копеечка текущего ремонта, которая накапливается в случае какой-то аварии, срочных каких-то работ необходимых, которые провести там по дому, либо действительно текущий плановый какой-то будет ремонт подъезда, либо крыши, либо там водостока, либо канализации, либо внутридомовых систем других. То есть эти деньги будут потрачены по назначению. Так вот конкретно по данной платежке мы видим прекрасно, что ЖЭК насчитал только за те услуги, что он оказал за 14 дней, сделал перерасчет. Місто для людей убеждає, що вони насчитали теж тільки за те, що... Ну, це основне, що вони вам, або, можливо, вже публічно, але, тим не менше, стверджують після того, як. І в розрахунки їх поки що ніхто не міг. Ну, в будь-якому випадку, я советую гражданам, є телефонне місто для людей, є адміністратор, оператор у них, обращатися к ним, якщо дійсно щось непонятно по платежу. Я допускаю, що місто для людей теж, можливо, допустило якісь ошибки там, щоб вони... конкретную ситуацию изучили и сделали перерасчет, если действительно необходим этот перерасчет. Единственное скажу, что мы держим данную ситуацию под контролем, и мы не допустим, чтобы люди платили там излишние деньги за обслуживание, содержание домов. То есть мы заставим все компании сделать расчет, перерасчеты, чтобы люди действительно лишнее не заплатили. Даже если кто-то, если заплатил, вот, как мы говорили, по тому же пивню. Там выставил пивен счет и выставил ЖКП, и выставил место для людей. Если заплатили и туда, мы все равно заставим сделать им перерасчет, чтобы лишние деньги пошли либо в период будущих платежей, есть либо... Есть комментарии более... такие от Александра Бритвак про то, что и от пивня, и от места для людей, иначе бы и та структура весь вересень их обслуговывали, хотя, правда, при этом отмечает Александра, что место для людей краще працювало, и видно было, что они прибирали. Ця ситуація, коли змінюється керуюча компанія, або ЖЕК один замість іншого ЖЕКа. У мене знову виникає запитання, яке часто можна почути від тих, хто цікавився, наші, так би мовити, активісти громадські, представники ОСББ різних, про те, що гроші, котрі роками або десятиліттями вони сплачували, в тому числі і за ремонт, який мав бути включений,
який був включений, в принципі, кошти на ремонт, усі тарифи, що ці кошти беззворотно зникають і ніколи вже до них не повернуться. Тут нічого вже не подіяти. Ну, я теж слышу неоднократно свій адрес, дійсно замечання, в адрес роботи ЖЕКа, що ми платимо, непонятно, за що платимо, ремонт ніхто нам не делает. Дом. Ну, тепер два варіанти. Да. Або новий ЖЕК, який ще нічого від вас не отримав, від цього будинку, від вас конкретно, від цього жильця. Або створення ОСББ, наприклад, як трошки інша ситуація, але гроші, котрі раніше платилися, вони все, вони вже в повітрі. Так, к сожалению, да. То, что раньше платили люди, и последние два года вообще не было у нас в тарифах уже как у текущих ремонтов. Там, то, что люди требуют там, отремонтировать где-то крышу, где-то крыльцо, где-то подъезд там, подкрасить, подбелить. Естественно, ЖЭКи им отказывают в связи с тем, что в текущих ремонтах в тарифе нет. Поэтому вместо людей зашло сейчас как победитель конкурса, уже в тарифе есть текущий ремонт, то есть люди могут смело требовать, чтобы проводили текущие ремонты, что, в принципе, мистер людей уже начало делать. Там. Я смотрю по некоторым домам, уже где-то уже поменяли крышу, где-то сделали внутридомовые сети. На аварии, я смотрю, они выезжают оперативно. Единственное, у нас, к сожалению, что жильцов так настроили некоторых, что вот зашла непонятная компания, которая вас тут ограбит, заберет деньги там. Ну, можливо, їх обурює те, що їх не спитали? Возможно. Ну, я не раз встречался, есть у нас там организации, так скажем, общественные, да, как приходят там по северным, по соляным, там, вот их там буквально там 20-30 человек собирается, мы представители домов. Вот мы хотим, чтобы нас обслуживало там не мистер для людей, мы хотим, чтобы нас брист у джек обслуживал, который там зашел там к нам. Я говорю, у вас два года было, вы могли спокойно там определиться, кто вас будет обслуживать. Никто это не сделал. Ну, к сожалению, у нас народ инертный, потом, когда что-то случается, уже начинает бить в набат там. Никто не лишал права людей на сегодняшний день определиться с той компанией, которая будет обслуживать. Несмотря на то, что конкурс выиграла компания «Место для людей», люди могут спокойно собраться, оформить документы, протоколы, решения, сдать в мэрию, определиться с компанией, которая будет обслуживать, определиться с тарифами, которые эта компания установит по обслуживанию того либо иного дома, там, и сдать нам эти все документы. И, пожалуйста, там, через два месяца они будут обслуживаться той компанией, которую они хотят, которую они выбрали, из которой они договорились, еще немаловажно. Потому что, допустим, та же ситуация с Бризом. Бриз сам отказался обслуживать дома. Почему выставляли их на конкурс? Он за три месяца обслуживания получил 1,5 миллиона убытков. Что люди очень плохо платят. Он сказал, что процент платежей по данным двум микрорайонам порядка там 60%. То есть около 40% вообще не платят за обслуживание домов. Поэтому Брис отказался. Он согласен вернуться к этому разговору, согласен встретиться с жильцами, обговорить вопрос обслуживания их домов, обслуживания конкретно ЖЭКом Брис, но только при условии, что они погасят долги хотя бы, которые накопили. Вот был представитель, мы обещаем, что мы погасим долги. Он взял срез за 5 дней, за вторые 5 дней, за третьи 5 дней, и сумма меньше, меньше, меньше. То есть долг практически не гасится никакой, и погасится ли он в ближайшее будущее, я сомневаюсь. Ну, саме Бриз – один з фігурантів проблеми, яка виникла у Миколаївці, саме в Соляних. У вересні наші колеги зі служби новин робили сюжет про ту ситуацію, що там склалася. Це не буквально подвійна оплата, але так само гроші були заплачені і, як виявилось, не туди, куди слід було. Подивимось сюжет і прокоментуйте потім. Павло Гарєєв у квітанції за вересень побачив повідомлення про двомісячну заборгованість за квартплату житлово-комунальному підприємству «Бриз» у розмірі 216 гривень 14 копійок. Чоловік каже, сплачує за послуги на початку кожного місяця. Звернувся за роз'ясненнями до бухгалтерії підприємства. А настояща квитанція, от коли в липні було, там було написано, що з липня вас обслуговує ЖКПБ. У мене не прийома. Ні слова. За червень. За червень. А у вас не помістилось? Ну, от за червень, да? Вот за червень. Да, це все, що було, ви розпечатали. За червень. Ви увеличили. Да. Ну, що це? Да. І вам приходить на ваш електронний адрес. На e-mail. За червень. Що в початку липня? Ні слова не було, да? От я оплатив 3 июля. От, значить, за липень прийшла квитанція, я оплатив, ще не знаю о том, що у вас вже все помінялось.
оплатил 4 августа. 10 я плачу 4. А потом за серпень. Це вже все. За серпень це вже, вже будемо говорити, це допустимо, но я ж говорю, якщо б був порядочний чоловік, можна було б деньги узнати. А вже за серпень. За серпень, смотрите, 1 сентября я оплатил. Но вы же до этого уже это должны были прочитать, правильно? Я их не смотрю, эти квитанции, я просто плачу наперед. У квитанції за серпень вказано новий розрахунковий рахунок житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради «Бриз». Павло Гарєєв не помітив цього. Наполягає, підприємство мало провести збори та проінформувати користувачів послуг про зміни. На мій власний погляд, вони знали, що така ситуація може статися. Вони знали, що це буде. І вони нічого не зробили для того, щоб уникнути цієї ситуації. В аналогічній ситуації опинилася і Лілія Іванова. Прийшла розібратися, узнати, чому соляні у мене йде переплата, а ці мені виставляють долг. І я не можу добитися. Все. Звонила на гарячий, звонила на холодний, звонила в департамент, де ми і зі старим начальником розмовляли вже цілий місяць, август, і босс нині там. От прийшла вже сюди, іменно конкретно в бухгалтерію, розбиратися, що вони скажуть, куди вони нас пошлють, або я їх пошлю. У бухгалтерії радять звертатися до директора ЖЕКу «Соляні» Олега Овсянко. Як би, що робити? От цей питання... Ви йому і не дзвонили, просто ви видите. Я весь август місяць дзвонила йому, і він мені сказав, не переживайте. Вот, в следующем місяці ми розберемося, восстановить ваші деньги, ви, в худшем случае ви потеряете 5 рублей. А чому? Понимаете, самое интересное. За словами співробітників бухгалтерії «Бризу», до них щодня звертаються користувачі послугами, які надсилали кошти на рахунок житлово-експлуатаційної контори «Соляні». Если так посмотреть, что, допустим, оплачено всего 60% за июль, то мы считаем, что 30% июльской суммы пошло ему. Потому что люди у нас хорошо платят на самом деле. До 100% все равно люди оплачивают. И выходит, они хорошие плательщики все, а так получилось. Житлово-комунальне підприємство «Бриз» обслуговує 241 житловий будинок. 138 з них приєдналися з 1 липня 2018 року. До цього обслуговувалися товариством з обмеженою відповідальністю «Соляні». Виконуючи обов'язки директора підприємства Олег Овсянко розповів, чи вдасться мешканцям, які перевели кошти на рахунок «Соляних», повернути їх. Путі виходу з цієї ситуації є тільки одні – совмісно, колегіально, щоб присутствували міські влади, щоб присутствувала компанія «Бриз». Чтобы присутствовало наше предприятие, потому что часть платежей возникла переплаты как в нашу сторону, так часть людей ввиду этих призывов платили в компанию «Бриз». Поэтому надо сесть в первую очередь, надо сделать сверку. Тут ничего сложного нет, тут нужна всего лишь добрая воля для начала руководителя компании «Бриз», чтобы мы пришли к какому-то диалогу. Пути погашения этих переплат находятся в должниках, если так можно выразиться, по коммунальным услугам. Ну, цей сюжет вийшов 14-го, як ви бачили, вересня, уже майже місяць минув, і щось там змінилось? Ну, наскільки я знаю, не питали заговориться, давайте розглянемо. Тобто, з точки зрення такої, це дві компанії, це два суб'єкти господарювання. Що ЖКБ «Бриз» там, це суб'єкт господарювання, що у «Соляні» це теж суб'єкт господарювання. Они пытаются это выяснять между собой. К сожалению, я не сказал бы, что до конца разрешен вопрос. Допустим, Овсянка немножко хитрит директору «Соляной». В чем? Он понимает, что он получил деньги, которые ему не принадлежат. Да, вот обслуживал там июль, там, август, эти дома ЖКП «Бриз». Угу. Они должны бы получить деньги за обслуживание домов от жильцов и квартир. Люди по старинке платят на «Соляные». Что должен сделать директор у «Соляны»? Он должен эти деньги вернуть «Бризу», поскольку он их получил за те услуги, которые не оказывал. Он же не работает там. Он эти деньги аккумулирует и предлагает «Бризу» забрать долги, которые перед «Соляными» еще там трехлетней давности создались, которые уже практически невозможно искать. А ты забери эти деньги, долги жильцов, в счет этой оплаты. Я тебе отдаю свои старые долги, а эти деньги я тебе не отдам. Ну, это тоже не подход к вопросу там.
И поэтому я считаю, что Овсянко здесь не прав. Он должен те деньги, которые люди действительно по ошибке заплатили его соляным, его перечислить на ООО «БРИЗ», поскольку «БРИЗ» оказывал услуги, «БРИЗ» оплачивает электроэнергию, за лифты оплачивает, поэтому он должен был эти деньги перечислить «БРИЗу». А уже со своими долгами пусть разбирается сам. Те долги, которые он накопил, когда был директором ООО «Соляные». Якщо соляні відмовляться повернути гроші, що до суду доведеться? Я думаю, так, да, що, скоріше всього, ЖКП «БРИЗ» обратиться в суд, щоб ви говорили про те, що вернули... «БРИЗ» вже заявляв про великі збитки за ці місяці роботи і відмовляється від частини, так, будинків вже. Тобто, можливо, йому простіше відмовитися, ніж ну, в будь-якому випадку, якусь частину збитків, можна і закрити за счет того, що люди излишне оплатили не той компанії. Плюс у Овсянки были обязательства перед «Обленерго», был договор реструктуризации, нужно было заплатить за те лифты, которые включили, и за эти лифты заплатил тогда «БРИЗ». «БРИЗ» заплатил за соляные, чтобы включили людям лифты. И Овсянка так и не выполнил свои обязательства, он не вернул эти деньги. Поэтому я думаю, что, скорее всего, либо мы действительно за общим столом переговоров придем к тому, что соляные выполнит законные требования «БРИЗа», я считаю, либо будем обращаться в суд. Зрозуміло. У нас залишається близько 4 хвилин, плюс-мінус. Це все ось такий, можна сказати, безлад багато в чому у житлово-комунальній сфері відбувається напередодні офіційного початку опалювального сезону. Ну, можливо, 15-го буквально не увімкнуть, хоча я так гадаю, що по соціальній сфері мають бути вже готові, принаймні, на 15 жовтня. Так? Ну і як би ви оцінили ступінь готовності Миколаєва? До опалювального сезону. Я хочу сказати, що ніякої трагедії здесь нет, то, що роздувають, що у нас там 300-500 домов не готово. Це неправда. Дома готові к отопленню. Просто ми вважаємо, що дом готов к отопленню, коли вже є акт на руках компанії, яка поставляє тепло, що дом дійсно готов приймати тепло. Це осталась зараз технічна робота, отримати ці акти. Тобто дома готові, гідравліка зроблена. Сделана промывка домов, причем большое количество сделали домов промывки. Насколько я интересовался, такое количество домов никогда не промывалось, Николай. Там. Угу. Да, то есть в этом году мы сделали промывку в массах домов. Осталось получить акты, что дом готов получить тепло. Я думаю, это технический вопрос, который мы закроем там, в течение недели-двух. Потому что по некоторым домам, вот я сегодня проводил опять штаб по подготовке к зиме, выясняется, что вот есть теплотрасса, теплотрасса принадлежит, допустим, облтеплоэнерго. Там. ТЭС спускает тепло по ней. Там облтеплоэнерго заканчивает изоляцию этой теплотрассы. Вот он сейчас даст эту теплотрассу, и тогда и домам подпишут уже. Хотя дома стоят уже готовые. То есть этот, отсутствие такта не влияет на то, что дом не получит тепло. Дом получит тепло, и все дома у нас будут с теплом. У нас есть несколько проблемных домов, есть, там, где действительно надо сейчас провести срочные оперативные работы. Но, к сожалению, эти дома ведомственные, не наши даже. Вот есть у нас предприятие киевское, оно в стадии банкротства находится уже много лет. Это у нас Дзержинского, ну, прошу прощения, Третья Слободская улица, там есть 4 дома. Мы не видели собственников домов в глаза уже, не знаю, там лет 5. Там. Появляется какой-то новый, постоянно да, какой-то там управляющий, который там банкротит предприятие, либо там занимается в стадии банкротства. Там. И мы берем на свои плечи там, как я говорю, методом народной стройки, да, подключаем эту же облтеплоэнерго, эту же ТЭЦ, там, и работников ЖЭКов, и мы совместными усилиями эти дома все равно готовим и запускаем. И также хочу заверить, что, не дай бог, где-то даже пройдет какая-то авария, там, у нас готовы аварийные бригады, которые оперативно устранят эти аварии, и дом будет с теплом. Поэтому паники здесь никакой нет, я надеюсь, что мы тепло пустим, как обычно, и это будет нормально все. То, что сети, да, изношены, да, мы это знаем, и мы это видим, что, к сожалению, сети, которые у нас проложены там много лет назад, там, меняются в капитальном ремонте. Их надо полностью менять, а не этим методом, допустим, ТЭЦ. Ну, Московскую уже не знаю, сколько раз перерыл эту улицу, да, или улицу тоже там Чигрина, там, либо там Чкалова, где они там роют. Там. То есть старая труба, латая, не латайся, но она будет рвать. Останнє запитання, дуже стисло. 15-го числа соціальні об'єкти будуть готові? Социальные объекты у нас на сегодня практически готовы все, и они готовы принимать тепло. Сейчас идет процесс распломбировки котелен. Каждый день Николаевгаз и Соблтеплоэнерго работает, распломбирует котельны.
мы готовы запускать те же котельные, которые распломбированы, мы готовы запускать хоть сегодня, пускать тепло. Ну, просто по будинках житлових да. і такі, по де будинках, ОСББ, в принципі, чекають, поки справді по будинках ми знаємо, що да, температура тільки троє суток 8 градусів і ніж держиться середня, ми одразу включаємо тепло. Дякую, дякую вам за всю бесіду, дякую всім, хто був з нами, побачимось.